Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить очень вкусные эклеры к кофе или к чаю. Пойдемте готовить! В кастрюлю наливаем горячую воду, растительное масло, соль. Перемешиваем и добавляем муку. Все пропорции будут указаны в описании видео. Перемешиваем, чтобы остыло тесто. К тесту добавляем яйца. Добавляем ванилин и продолжаем перемешивать. Вот так выглядит наше тесто. В противень стелим пергаментную бумагу. Формируем наши эклеры. Можно вот так, а можно и вот так. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 градусов. Через 20 минут уменьшаем температуру 180 градусов и выпекаем еще 20 минут. В ковш наливаем молоко и разогреваем. Разбиваем яйцо. Добавляем сахар. Ванилин. Перемешиваем. Добавляем муку. Перемешиваем. Наливаем горячее молоко. Выливаем обратно в ковш и ставим на огонь. При этом постоянно перемешиваем. Накрываем пленкой и даем остыть.
Вот такие эклеры у нас получились. Их будем начинять заварным кремом. Ну что, наши эклеры готовы. Подписывайтесь на наш канал. Желаю всем приятного аппетита!